Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире телеканал ТДК-42. Программа «На чистоту». В студии для вас работает Марина Горбук. На календаре 19 мая. Это означает, что близится к завершению учебный год. Правда, в текущем году учеба для школьников и педагогов продолжится, но об этом мы скажем позже. Об этом мы скажем позже, и сейчас я рада приветствовать нашего гостя. Это заместитель руководителя управления образования Западно-Казахстанской области Темиргалиева Светлана Ибрагимовна. Светлана Ибрагимовна, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Хочется сразу поздравить вас с наступающим окончанием учебного года. Это большой праздник для всех, для педагогов, для школьников, учащихся. И сразу, наверное, хочется отметить, что очень тяжелым был этот год, даже, наверное, последние два года, учитывая то, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Система уроков, формат уроков менялся постоянно от традиционного к дистанционному обучению, да? И вот такой вопрос, наверное, сразу. Дистанционное обучение прекратилось в текущем году, да? Вернулись к традиционному формату. Как все-таки повлияли эти изменения на систему образования в целом, на ход уроков в школе? Ну, вы сами знаете из предыдущих передач, да, когда мы с вами встречались и обсуждали дистанционный формат обучения, оно есть и плюсы, и свои минусы. Но то, что нам дало дистанционное обучение, во-первых, мобильность. Педагоги наши смогли, да, узнать новые форматы обучения, повысилась цифровая грамотность, педагогам был предоставлен большой спектр работы, и в то же время они могли участвовать в различных, если раньше, да, до пандемии, весь формат работы был только в штатном формате, да, офлайн формате, то во время вот этих последние три года педагоги получили большую возможность участвовать в различных международных республиканских семинарах в режиме Zoom, в режиме онлайн-формата. Ну, конечно, для учащихся есть свои минусы. Здесь, да, мы потеряли качество знаний. Немножко это в основном в начальном звене, в основном звене, да, очень было тяжело тем учащимся, которые наедине одни оставались. То есть во время дистанционного обучения не только помощь педагога, но и требовалась помощь родителя, да? То есть контроль должен был быть, да, контроль, за тем, как, да, ученик успевает. Да, поэтому, да, есть потери в знаниях, но мы над этим сейчас работаем. В течение целого, даже в этом учебном году, мы организовали работу в штатном формате, и каждый педагог детально изучил свою программу действий и выработал конкретные меры по восполнению потерь знаний. То есть все знания, которые учащиеся потеряли в предыдущих годах, педагог каждый день на своем уроке старался, да, охватить те материалы, которые затруднялись дети. То есть получилась нагрузка дополнительная на педагогов? Дополнительная нагрузка для педагогов. То есть приходилось оставаться после уроков, наверное, но еще. Они изначально, уже на начало нового учебного года, каждый педагог проанализировал, провел мониторинг, то есть, да, узнал, провели срезы, да, и узнали, какие темы не были оснащены, какие темы дети не полностью усвоили, и ежедневно, каждую четверть проводили дополнительную работу. Можно во время открыто урока говорить о, да, снижении качества знаний? Да, да, есть снижение качества образования. В основном, я говорю, в начальном звене есть, и в пятых, шестых, седьмых классах есть снижение качества образования. Ну, мы знаем, что сейчас уже разработана программа, да, будут эти пробелы в образовании, в системе образования восполнять. То есть организуются летние школы. Но о них, наверное, мы поговорим чуть позже. Сейчас хочется отметить сразу, сколько на сегодняшний день функционирует у нас
школ, да, в области в целом и в городе. Да. В области 379 общеобразовательных школ, более 115 тысяч контингентов. Здесь 371 – это дневные общеобразовательные школы, 5 частных школ действуют по области, 3 вечерние школы. Кроме этого, в области еще действует школа Назарбаев, интеллектуальная школа, физико-математическое направление и областная одаренная школа, спортивная школа для одаренных детей. То есть всего по области 381 школа. Вот, указом президента, да, было поручено построить до 2025 года 1000 школ, да? Вот в нашей области как реализуется данное указание, эта программа? На сегодняшний день какие образовательные учреждения образовательные находятся на этапе реконструкции, либо в плане строительства новых школ? Какие это? Расскажите, пожалуйста. Но в нашей области тоже до 2025 года запланировано строительство 77 школ. Из них 51 – это малокомплектные школы, и 26 – это общеобразовательные школы. В этом учебном году в области на начало учебного года действовало 6 аварийных школ и 3 трехсменные школы. И из 6 аварийных школ одна школа – это в городе Аксай, и 5 – это сельские школы. Из 3 трехсменных 3 школы – это 2 школы в городе и 1 школа на селе. Она в городе Уральская, 1 школа, она ликвидирована. Вы знаете, что в марте месяце была построена и сдана в эксплуатацию школа комплекс сад номер 18 в городе Уральске. Ну и по области в этом году ведется строительство 8 новых школ, 6 из которых будут завершены до конца текущего года. 4 школы это за счет республиканского бюджета, 2 школы за счет местного бюджета и 2 школы за счет частных инвестиций. В этом году также, я же сказала, что до 2025 года по области 77 школ будет, из них 51 – это малокомплектная школа. За счет компании КПО «Карачаганак Петролиум» в этом году начнется строительство 16 малокомплектных школ. Это вот как раз те школы, которые нуждаются в сельские населенные пункты. На сколько мест рассчитаны они? Малокомплектные школы на сколько мест рассчитаны? У нас всего из 371 малокомплектных школ 215. И почти многие из этих школ – это те школы, которые были введены до 50-го года. Угу. Вот а на сколько мест каждая школа рассчитана? Разные, начиная угу. В зависимости 60, от потребности, наверное, да? 60, начиная, 108 есть малокомплектные школы. Вот 51 таких школ у нас будет построено. 16 в этом году, из них уже начнется строительство. Светлана Ибрагимовна, вот хочется коснуться школы в селе Шалгын Каратубинского района. Да? Угу. В текущем году природные катаклизмы угу. у нас были в области и затопило школу буквально до такой степени, что она полностью пришла в негодность. Да. Да? Сначала хотели пристройку, да, только восстановить. Теперь же речь идет полностью о строительстве новой школы, вот нового здания. В рамках как раз компании КПО ББИ, вот эти малокомплектные школы, Шалгынская, она является одной из таких малокомплектных школ с контингентом до 40 учащихся. Вопрос сегодня на стадии на рассмотрении. Возможно, вот за счет строительства малокомплектных школ будет решаться данный вопрос. Ну, то есть строительство уже точно будет вестись? Или сейчас данный вопрос рассматривается. Решается, да? Да, решается. Вы знаете, что в каждом населенном пункте, если контингент учащихся, например, чтобы действовала начальная школа, обязательно должно быть более 5 учащихся. А чтобы действовала основная школа малокомплектная, контингент должен быть 41 учащихся. А чтобы в населенном пункте действовала средняя общеобразовательная школа малокомплектная, контингент учащихся должен быть 81.
Это утверждено постановлением правительства, гарантийный норматив сети организации образования. Если данное, например, количество будет соответствовать, обязательно государством гарантируется сеть данных организаций. В селе Шалгын на сегодня контингент учащихся малый, 37 учащихся, но сегодня акиматом Карутюбинского района, управлением образования решается вопрос, именно чтобы в этом населенном пункте было более 41 учащихся. Сейчас родители рассматривают разные варианты. Именно акимат рассматривает. И надеемся, что строительство школы будет решено. Если говорить, вот вернуться к трехсменной системе, да, образования, к сожалению, она у нас еще существует, да, и сколько времени еще понадобится, чтобы устранить полностью? На сегодня я только что сказала, что решение вопроса строительства школ решается за счет республиканского бюджета, за счет местного бюджета и за счет частных инвестиций. Сегодня рассматриваются вопросы строительства частными инвесторами школ, как раз именно вот тех населенных пунктах, это у нас, где есть трехсменное обучение, в городе Уральске, в селе Подстепном и в городе Аксай. Не только бюджет, но и частные инвестиции. То есть сейчас ведется активная работа по привлечению частных инвесторов. И сейчас уже данный вопрос прорабатывается, и надеемся, что уже на следующий учебный год вопрос данный будет решен. Дорогие телезрители, хочется напомнить, что мы работаем сейчас в прямом эфире, а вы можете присоединиться к нашей беседе, позвонив по номеру 26 90 77. Это номер прямого эфира. Вы можете задать интересующий вас вопрос, либо высказать свое предложение. Мы ждем ваших звонков. Итак, возвращаясь к теме сегодняшнего образования летней школы, у нас уже утвержден график работы летних школ, план работы. Начнутся они сразу после последнего звонка, 26 мая. Скажите, как они будут действовать? И если ранее в прошлом году уже такая практика была, внедрение летних школ, на тот момент посещать ее могли в основном те, кто действительно отстает, да, от школьной программы. Сейчас же это для большинства учеников предусмотрено, правильно я понимаю? Да, из опыта прошлого года можно сказать, что летняя школа, она получила положительную оценку не только среди родителей, но и среди самих учащихся. Вы знаете, что учебный год у нас завершается 25 мая, во всех школах прозвенят последние звонки. И дальше уже с 27 мая у нас по 10 июня пройдет итоговая аттестация 9 и 11 классов. В это время во всех школах педагоги продолжают работу, они уходят в отпуск с 1 июля или с конца июня месяца. Поэтому в прошлом году Министерством образования была инициатирована летняя школа. Она начинается с 26 мая и продолжается до 17 июня. Сама цель летней школы – это восполнение потерь знаний. Да? И в прошлом году, и в этом году рекомендовано по желанию родителей, самих учащихся организовывать летние школы для первых восьмых классов и для десятых классов. Девятые классы, так как они проходят итоговую аттестацию, там по желанию. Но в этом году, учитывая то, что 2022 год объявлен годом детей, управление образованием совместно с методическими кабинетами, с нашими педагогами, с лучшими педагогами, мы разработали проект летней школы в новом формате. То есть это не только, например, уже дети устали сами, да, и особенно летом их удержать, такую погоду, да, проводить уроки, формат урока, он уже отрицательно действует на детей. Поэтому разработали разные проекты, где учащиеся не только это будут уроки, это будут интересные уроки. Они будут проходить в разных местах. Развивающего характера. Они будут проходить во дворце школьников, в центрах дополнительного образования. Они будут проходить в музеях,
в парках, это чтение книг, да, в рамках акции «Читающая школа». То есть вся работа по восполнению знаний, она будет идти в формате научных проектов. Это будет читательская конференция. Но еще мы знаем, что экскурсии. Домашнего задания здесь не будет, да? Да? Здесь не будет домашнего задания, здесь не будет оценивания. И формат работы, он будет очень разный. И условием сейчас мы с директорами, руководителями школ, с педагогами отрабатываем, чтобы это была школа, лагерь, и по возможности тех школ, где будет такая возможность, чтобы дети проводили целый день с организацией питания даже. Конечно, это все зависит от контингента учащихся, от проектной мощности, но летняя школа – это не будет обычная школа и обычные уроки. То есть стараетесь, да, сделать максимально интересно, да, да, чтобы, да, посещали дети с удовольствием. Сегодня в рамках года детей разработаны мероприятия совместно с управлением культуры, с управлением здравоохранения, с управлением спорта. То есть во время летней школы это будет посещение даже музеев, всех других мероприятий бесплатно. Будут устраиваться разные акции. И по итогам летней школы мы даже хотим провести конкурс. И в августе проведем итог и определим лучшие школы, которые провели в новом формате летнюю школу. То есть мотивация такая, да, как для педагогов, и, да, да, для, так и, да, для самих, да, учащихся. Да, и для самих, угу, чтобы учащиеся провели полезно. И работа должна быть, будут фокусироваться на читательскую грамотность, на грамотность, на математическую грамотность. Это будут малые олимпиады в школах с посещением разных-разных организаций. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, наверное, многих интересует. Кто может не посещать, ну, на официальных основаниях не посещать летнюю школу? Ну, здесь, то есть, я если говорю, какие-то обстоятельства сложатся? Согласно методических рекомендаций, если родители, например, напишут заявление и не захотят, то здесь будет учитываться и мнение родителей, и мнение учащихся. Ну, то есть все-таки по желанию, да? Да, остается? По желанию, да. Но мы обратно сейчас проводим большую разъяснительную работу и с родителями. Буквально вот до этой передачи я буквально встречалась с родительским комитетом города Уральска и с руководителями школ, где мы вот объясняли. Сейчас до этого мы объясняли, проводили с родительским комитетом области. То есть со всеми стараемся и в режиме онлайн, и уже в режиме офлайн тоже объяснять данную работу, чтобы родители поняли. Во-первых, это безопасность детей. То есть дети, маленькие дети, родители же на работе, они будут в стенах школы, да, безопасность. Сама работа летней школы, она будет ориентирована на охрану прав детей. То есть в рамках акции буквально мы вот на День семьи провели большую акцию «Мен сізге керекмін», «Я вам нужен», да, где разыграли конкурс рисунков, где сами дети рисовали. И вот в рамках летней школы мы еще раз хотим вот такие разные проекты наши в рамках школы осуществить. То есть это эко-школа будет, это будет безопасная школа, да? То есть мы будем учить детей, как правильно вести в летнее время, с кем можно общаться, как не попасть на буллинг, кибербуллинг, да? То есть большое внимание, да, уделяется общему, да, развитию общей ребенка, безопасности, да, детей. И в данной летней школе надеемся, что постараемся охватить все вопросы, не только учебные. Совмещаю учебу и воспитание, летнее время и отдых. Такой формат летней школы. Спасибо, будет. Очень подробно объяснили про функционирование летней школы. Мы все-таки меньше недели уже остается до последнего звонка, до 25 мая. И расскажите, как в этом году пройдет последний звонок? Последний звонок 25 мая – это завершение учебного года. Регулируется приказ Министерства образования ежегодно. И последний звонок пройдет в школах, как всегда. 25 мая прозвучит во всех школах последний звонок с приглашением родителей, с бывшими выпускниками школ. Это школьное мероприятие. Mm-hmm. Отличительной особенностью станет то, что в текущем году уже отменены все, да, ограничения. Все, да, ограничения, да. То есть, если в прошлом году мы там говорили один ребенок, один родитель, да, а в этом году это школьная линейка во дворе школы без всяких ограничений, соблюдением санитарных норм и правил.
прозвенит последний звонок. Именно если остановиться на выпускных вечерах, да, он будет у нас 10 июня завершиться. Последняя итоговая аттестация 11 классов, а 16 июня по всей области, единый день, будет проведено вручение аттестатов именно в стенах школы. Только в школе, да, будет, да, мероприятие? Да, только в школах. Это школьные же мероприятия же. У нас нет такого, да, что это не школьное. Школьное мероприятие, и оно пройдет под девизом «Тлек Экман Джерма Екэш», она Казахстан Ертина. Сама цель – это сохранить преемственность школьных традиций. То есть вручение аттестатов с приглашениями знаменитых людей. Не только знаменитых людей, а именно выпускников этих школ. То есть будет соблюдена преемственность выпускников. Да? Бывшие выпускники школ могут рассказать, как они в свое время проводили, да, время в школе, какие у них сегодня есть результаты, какие у них есть достижения. То есть это то мероприятие, которое ориентировано на школьные традиции. А почему вот общее собрание коллективное отменено? То есть на площади какой-то церемонии не будет? Раньше, да, на площади мы проводили вручение аттестатов Алтынбелгі, и в городе, да, мы проводили бал выпускников. Пандемия, она 3 года пандемии, она показала, да, что надо быть проще. И выпускники должны. И сейчас очень много вот за последние вот эти 20 Давайте дней. Давайте мы сейчас вернемся к этому вопросу и примем телефонный звоночек. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Девушка, вот добрый у меня вечер. Такой вопрос касается образования детей. У нас район Байкерек, это поселок Озерное. Проблема в том, что у нас детей на этот момент, допустим, 9 класс дети заканчивают, у нас несколько лет назад закрыли 10-11 класс. То есть, получается, детей мы отправляем в поселковые, в другие школы или же в город. Нам можно вообще как-то, какие должны быть нормативы у школы, чтобы открыть 10-11 класс? Можно вообще вот как-то комментировать, какие нам, может быть, документы собрать или какие-то основания, чтобы нам объяснили на этот счет? Спасибо. Я только что в начале программы передачи уже говорила о том, чтобы средняя школа существовала в населенном пункте, контингент учащихся малокомплектных школ, оно обязательно должно быть больше 81. То есть если в поселке контингент 81 есть, то разрешается открытие средней малокомплектной школы. Поэтому никаких там документов собирать ничего не надо. Если в этом населенном пункте контингент учащихся соответствует, там может действовать средняя малокомплектная школа. В Озерном она не соответствует контингент, поэтому там действует основная школа, где контингент, основной это до 9 класса, это контингент 41 учащихся. Поэтому есть норматив сети организации образования, утвержденный постановлением правительства. И согласно данного норматива сети, если контингент соответствует, то уполномоченный орган, это управление образования и отдел района Байтерек. Это понятно, да? Принято, да. Уже да. Никак нарушать их нельзя. Да. Светлана Брагимовна, сейчас сколько у нас претендентов на Алтынбелгі, расскажите, пожалуйста, да, и все-таки как идет подготовка к сдаче единого национального тестирования. Конечно, в текущем году вы немного отошли от контроля, да, от полного контроля вот сдачи ЕНТ, но, тем не менее, вы осведомлены, насколько успеваемость школьников? В этом году 11 класс завершают 5687 выпускников, это по всей области. Из них претендентов на Алтынбелгі 316. Сегодня они зарегистрированы. И есть претенденты на аттестат с отличием, их 304 по области. В едином национальном... В сравнении с прошлым годом результат как? Немножко есть спад.
потому что в этом году министерством организовывалась работа, что немножко поменяется, да, то есть работа претендентов на Алтынбелгі с прошлого года, две письменные работы, они проверялись управлением образования, и в этом году должны были ввести новое введение, что претенденты на Алтынбелгі должны будут сдать математику именно на Назарбаев интеллектуальной школе. До этого это планировалось, теперь оно вступит в силу только со следующего года, поэтому претенденты на Алтынбелгі немножко снизилось по сравнению с прошлым годом, но не настолько много. В этом году в единонациональном тестировании изъявили принять участие 80%, 85% выпускников, это 4838 учащихся. С 2017 года, вы знаете, что до 2017 года у нас единонациональное тестирование было один единственный экзамен. Пройдя его, выпускник получал аттестат об образовании и получал государственный грант для обучения в высшее учебное заведение. С 2017 года формат поменялся. Итоговая аттестация, вручение аттестатов проходит в стенах школы, а единонациональное тестирование уже участвуют те дети, которые претендуют на гранты. И хотят Скажите, обучаться. Скажите, пороговый уровень? В этом году изменен? Нет, это как и было раньше, на пороговый уровень также остался. На педагогические специальности это 75 баллов, на медицинскую ветеринарию 65, на национальные вузы 60 баллов. И пороговый уровень, который должен преодолеть для обучения на платной основе, это 50 баллов. Светлана Брагимовна, спасибо. К сожалению, нам подсказывают, что уже эфирное время истекло. Вы знаете, наверное, мы в ближайшее время встретимся еще раз с вами, чтобы более обширно обсудить систему образования. Очень много вопросов по ней от телезрителей. Думаю, мы обсудим их позже. Дорогие телезрители, спасибо за участие. Спасибо, что вы все это время были с нами. До новых встреч в программе «На чистоту». До свидания.